дуже хорошу канікулу. Родители в командировке. И я на дома могу делать все, что захочу. Могу кушать, что хочу. Идти спать, когда хочу. Даже прыгать на диване. Точно! А это кто еще? Родители уехали, и гостей я не приглашала. Пойду открою. Бабушка, ты что здесь делаешь? Ой, то есть, как дела? Внученька моя. Давай, давай, помогай, ничего стоишь. Бабуль, ты что, кирпичи привезла? Нет, ну там у меня пару костюмчиков взяла. Ну что, бабуль, рассказывай, как ты здесь оказалась? Вообще-то мне твои родители позвали. Твои родители уехали? Ну да. Вот они мне и сказали присмотреть за тобой. Ты что, все каникулы будешь здесь? Да. О, боже. А ты что, не рада, что ли? Рада, рада, бабуля. Я очень скучала. Ну тогда обнимешь свою бабулечку. Ты моя девочка. Вот клюшка старая. Я ж тебе гостинцы привезла. А я тут сижу с тобой, болтаю. Давай, помоги мне. Ну давай как-нибудь там чемодан поставим на диван. Там. Ёшкин кот! Ну что, давай открываем. Осторожно, осторожно, это мой любимый чемодан. Да уж. Думаю, тебе понравится. Да уж, очень интересно. Открываем. Первая, это вот такая куколка. Мама. А ты знаешь, что эта куколка была еще у моей бабушки? Эта кукла очень-очень старая. Вау, она очень красивая. С ней нужно быть осторожным. Она фарфоровая. Хорошо, бабуль, я постараюсь. А, так это что? А это моя шапочка для сна. А, я ж тебе носочки связала. Смотри, какие тепленькие. Бабуль, у нас вообще-то здесь дома тепло. Это вы так думаете, тепло. А носочки всегда надо носить. Держи, пригодятся. Спасибо. Еще одни носочки. Носочки лишними не бывают. Спасибо, Бубль. Я тут по пути в магазинчик забегала и купила тебе всякие вкусняшки. Вот булочки. Спасибо, Бубль. Это я не знаю, что это такое, но это какие-то палочки. Вообще-то в магазине сказали, что дети это любят, так что... Да, Бубль, ты угадала. Ну, немножечко конфеты. Спасибо, Бубль. Что, вот и все подарочки. Мои одеяльце я еще с собой взяла. Так, все, пока тут оставлю. А я смотрю, вот у вас очень-очень красиво. Не так, как у меня в деревне. А это что ж такое? Что это еще за огромная картина? Бабуля, это не картина, это телевизор. Телевизор? Да ладно. А у меня там дома такой маленький. Ага, тут... О. Прям на целую стену. А ну-ка, покажи, как работает. Сейчас покажу. Здесь кнопочка, чтобы включать. А это еще что такое? Пульт. Давай. Бабуля, это пульт. А что это тут за кнопочки? Что-то он на тебя не работает. Бабуля, нам на телевизор направляет. А, так ты мне покажи, я же не знаю. Я же в деревне приехала, у нас такого нету. Вот смотри, вот сюда вот. Чумашки. Батюшки. Вот это да. Ёшкин кот. Как красиво. Как бы не ослепнуть. Не переживай, бабуль, не ослепнешь. Это ж я здесь могу свои сериалы смотреть. Да, бабуль, можешь смотреть все, что хочешь. Вот это да. А это еще что такое? Где? А вот это. Бабуль, это пальма. А почему эта пальма у вас дома растет? Я думала, что она только на море бывает. Нет, бабуль, нас здесь тоже пальмы продают. А если мне такую посадить в огороде? Вот вся завидуется. Ну ладно, с пальмой мы потом разберемся. Теперь покажи мне, где я буду спать. Где? В моей комнате. Ну давай, показывай, где там моя комната. Давай.
Вот, бабуля, заходи. Ну-ка, ну-ка. Это комната. Такая большая. Ты что, здесь одна спишь? Ну да, одна. Теперь будешь не одна. А что тут у тебя кровать? Двухэтажная. Ну да, я могу спать наверху или внизу. Так что, бабуля, выбирай, где будешь спать. Ну тут же понятно, где я буду спать. Ну, внизу. Я же наверх уже не залезу, старая там бабка. Ой, какая удобная кроватка. Бабуля, ты ночью не храпишь? Я? Храпеть? Ну, конечно же, нет. Я не храплю, я сплю хорошо. Не переживай. Хорошо, бабуль. Знаешь, Катенька, я сейчас прилягу, отдохну, а ты мне чаёчек приготовь. Ой, как хорошо. Хорошо, бабуля, отдыхай. О, Боже!